Вот Лос-Анджелесские порта. Смотрите, какие они. Вот, смотрите, что там у нас. Корабли разные. По ту сторону тоже. Всего не видно, правда. Вот. Тысячи, десятки тысяч контейнеров. Вот, смотрите. Краны разные. Вау, вау, вау. Картина впечатляющая. Вот это такой вот пригород Лос-Анджелеса. А вот два корабля мощных стоят, мощняцких. Правда, не знаю, ли вам их видно. Огромные корабли. Сейчас попробую увидеть. Сейчас я по этому мостику буду ехать, по этому большому, огромному, зеленому мостику. Похоже, что туда моя дорожка ведет. Лепота. Вот там ментозавры катаются. Вот они, ментозавры. Вот уже к этому мостику приближаемся. Сейчас будем на него подниматься. Вот, смотрите, смотрите. Сейчас сажусь в одну линию, в одну полосу, ибо там что-то делают, какие-то работы. Вот так, да? Портовый город, так сказать. Линия одна закрыта. Вот здесь тоже куча кораблей, барж и всевозможных. Вот, с другой стороны, та же картина. Та же картина. Вот, немножечко покажу вам Америку, кто здесь не бывает. Интересно посмотреть. Вот оно все такое. Громадное. Какая красота здесь. Вот океан снизу. Такое побережье красивое. Вот. Скалистые есть места. Ну вообще красиво здесь, очень красиво. Ничего не скажешь, так сказать. Люди, видно, останавливаются на обочине, чтобы посмотреть на красоту эту всю. Лепота! Beautiful views. Лос-Анджелес area. Смотрите, наслаждайтесь. Вот мы немножечко идем на спуск. Спускаемся в долину. Долина царей. Вот. И мне еще 3 мили до моей доставки. О, как красиво. Смотрите. Лепота. Ой. Дорожка кривая. Трясет. Телефон в руке прыгает. Ну ничего. Съемочка идет. Идет. Да, дорожка здесь, конечно, никудышняя. Так меня трясануло пару раз, что я надеюсь, что мой мотоцикл там устоял. Будем ехать не спеша. А это что?
наливали, телевили. Да, красивые есть места, есть красивые места, даже в Калифорнии. Вот какой-то домичек, чей-то крутой такой. Великие мира сего, так сказать. А вот какие красные крыши с черепицы. Вообще, мне очень нравится крыша с черепицы. Я бы себе хотел бы черепицу на крышу. Красиво смотрится. Ну вот мы уже и подъезжаем. Осталось совсем немножечко и буду на месте. Сделаем доставочку мотоцикла, который стоит 200 тысяч долларов. Вот такой мотоцикл я везу. 200 тысяч долларов стоит. Вот пару тут было буарков таких, которые мне не понравились. Я надеюсь, что он не соскочил и не выскочил из своих упряжек там. А то будет капут, как говорят. Вот сюда мы приехали. Какой-то такой ресортик, отель. Видно, дорогой. Здесь будет вот эти вот шоу. Наверное, люди очень богатые съедутся на такой мотоцикл посмотреть. И вот так-то, так-то, друзья мои. Спасибо, что вы смотрите. Всего вам хорошего. Да, не забывайте подписываться, лайки ставить. Вот. А я буду по возможности снимать вам того да другого. Спасибо, спасибо. Ну что, друзья мои, вот мы выгрузили мотоцикл дорогой, дорогущий. Вот, и выезжаю я с этого ресорта. Снимаю уже обратный путь. Вот. И, конечно, здесь уже другая будет у нас, видимо, с другой view, так сказать. С другой стороны, под другим углом. Но сейчас еще немножко поснимаем, потом это все вам загрузим и будете смотреть, наслаждаться. Поприсутствуйте, так сказать, в виртуальном мире, в Америке виртуально. Вот там сзади океанчик идет. Океан, океан, океаник. Ну что ж, друзья хорошие, поехали, поехали. Едем вперед, снимаем красоту природы, Калифорния. Кто не был в Калифорнии, заходите, посмотрите. Побывайте здесь виртуально, если нет возможности побыть реально. Конечно, я тоже там, где не бывал, в интересных местах, реально хотя бы люблю посмотреть это виртуально. Зайти где-то в какую-то страну, посмотреть интересную. Какие-нибудь острова, вот там, Южная Америка мне нравится, вот, азиатские острова. Вот, мне очень интересны вот эти места, там, где у меня нет возможности побывать, но зато я люблю посмотреть виртуально. А вот я вышел из машины, решил вам немножечко заснять этой красоты. Сейчас я сделаю зумчик. Так, 5 это много, давайте где-то вот так. 2.4. Вот так-то. Ну что ж, продолжаем ехать. Вот заснял немножечко, выйдя из машины этой красоты прибрежной, прибрежной калифорнийской, надокеанной красоты окуянной. Сейчас начнутся карусельки. Я сейчас направляюсь на Сан-Диего. Там мне загрузочка, я буду подбирать груз, который я повезу на Колорадо, Денвер, Колорадо. Ух, как красиво! Мэй, как красиво! Да, пота. Правда, немножко телефон прыгает в руке, но что поделаешь, такая дорога, я не могу лучше, потому что телефон в руке держу для съемочки, но по-другому никак. Ай, как красиво, смотрите, какой видон. Да ты шо, да ты шо. Вообще красота, для пота. Да, совсем другое view открывается, когда вид совсем другой, когда едешь в обратную сторону, чем в предыдущую сторону. Красота. Да, только посмотрите на это все. Конечно, здесь на этой стороне домики, так себе можно сказать, не сильно крутые с виду, но они намного дороже наших крутых в других штатах. Именно из-за того, что они находятся здесь, в этом месте. Но такие вот апартаментовидные, так сказать. Там дальше сейчас будут, конечно, покруче, покруче, солидные домишки. Вот, на горе уже пошло там крыша с черепицы красной. Черепица. А что такое черепица? А, это черепица. Окей, черепица.
вот, если американцы вас будут спрашивать, как это называется по-русски, вы им скажете, это черепица, чтобы им было легче выговаривать. Это они такого слова, как черепица, не знают. Вот, у них есть pineapple pizza, придумали они вот пиццу с ананасом. А с черешнем я еще пиццу не слышал. Вот придумают, будут называть черепица. Вот я заказал себе черепицу. Сегодня буду кушать черепицу. Вот, вот, вот. Вот там, конечно, этот домик, я, кажется, уже снимал. А вот там еще пару красавчиков. Но это уже из разряда миллионных домов. Людей с глубокими карманами, так образно говоря. Там дорога на гору идет. Ух ты, я думаю, там было бы очень красиво тоже, но мне туда не нужно. Но нам туда не надо. Дорога на гору. И я туда не пру. Поедем мы на Сан-Диего, Калифорния. Но еще пока туда езды немножко больше 2 часов. Так что пока наслаждайтесь видоном, который здесь вот есть. Но как всегда, Калифорния славится своими пальмами. Пальмы, пальмы, пальмы. Южная Калифорния – это пальмы. Здесь есть некоторые места, прям целые леса. Леса пальм насажено. Вот, я думаю, что их они там, наверное, разводят, что ли, ну, на продажу, там где-то еще куда-то. Целые плантации, очень красиво, когда выезжают, такой густой лес, и все пальмы красиво, ровненько, все посажены. Не так беспорядочно, а так вот по дистанции, все четко. Добро пожаловать в Сан-Диего, welcome to Сан-Диего, look at this huge bridge. Смотрите, какой здоровый мост. Так, давайте чуть зум-аут сделаем. Вот я еду к этому мосту, look at this huge bridge. Смотрите, какой здоровый мост. Какая высота. Вау. Вот такие мосты в Сан-Диего есть. Огромнейшие строения. И все куда-то едут, все куда-то спешат. У каждого дела, как в муравейнике. Вот Сан-Диего. Немножечко вам покажу, но немного. Потом еще сниму, когда буду ехать в ту сторону. Вот, сейчас пойдем на пятерочку на Сан-Диего. И нужно будет еще там немножко проехать в другое место. Ну что ж, начинается Сан-Диеговская пробка. Трафик. Сейчас будем медленно, медленно, медленно двигаться. Так что снимать я здесь пока не буду. Потом продолжу в другой раз. Welcome to San Diego. Ребята, как и обещал, немножечко вам ночного Сан-Диего. Конечно, много снимать уже не буду. Вот, но так немножечко покажу. Вот это Сан-Диего такой у нас город. Вечером, конечно, красиво смотрятся эти небоскребы, высокие дома. Все это так красиво показано. Вот так, да. Наслаждайтесь видоном. Гостиница огромная, Хилтон. Где-то сюда я еду груз брать. А вот смотрите, вот это наш Сан-Диего. Мостик светится. Бля, вот так. Вот сюда я еду, это Convention Center. Здесь разные презентации, шоу. Показухи разные. Ну, вот здесь я буду брать какие-то вещички и везти на Денвер, Колорадо. Там их будут тоже показывать, рекламировать. Центр рекламы, короче. Вот, типа того.